Я смотрю, вы решили тортик затеять приготовить, да? Вот я вам сегодня расскажу, чем можно намазать крем, чем можно намазать тортик ваш бисквитный. Вот я приготовила такой сметанный крем из сахара, сметаны, ванильного сахара и какао. Также можно намазать вареньем. Смотрите, у меня такое варенье. Я даже не знаю, с чего оно, честно говоря. Луча, наверное, что-то такое. Ну, у нас такое растет в наших краях, это в Украине. Вот, можете взять любое варенье, какое у вас вообще в холодильнике есть, и которое вы мало кушаете. Вот, намазывайте, короче, вареньем, а потом сверху кремом, который вы приготовили. Можно белковый крем приготовить, можно сметанный крем приготовить, сливочный крем приготовить. Ну, очень много вариантов, в интернете все есть, поэтому не переживайте. Ну все, ребята, ставьте пальчики вверх под видео, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!